Выставка «Экстраваганса. Кульминационное событие в мире роскоши» прошла в российской столице. Присутствовавший на выставке Жан Сток, основатель канала «Люкс ТВ», вручил приз самой экстравагантной бизнес-леди года. Экстраваганза проходит в Москве в шестой раз. Центральный выставочный зал «Манеж». Выставка роскоши. Все самое лучшее под одной крышей. Хорошо представлены сегменты недвижимости, галереи, предметы искусства, ювелирные изделия, дизайн интерьеров, эксклюзивные каникулы и путешествия. В рамках выставки состоится CEO Summit для руководителей больших корпораций и предпринимателей. Также в рамках выставки пройдет семинар по развитию рынка недвижимости. Московский гастрономический фестиваль проведет представление самых экстравагантных десертов. В этом году в рамках выставки состоится премия «Самая экстравагантная бизнес-леди года». Следующий – это специальный приз. Сюжет от «Люкс ТВ». Значит, сюжет вручает основатель компании «Люкс ТВ» Жан Сток. Я приехала в Москву, полюбила ее с первой минуты и сказала, я хочу здесь жить, я хочу создать здесь империю моды. И вы знаете, наверное, я такой счастливый человек, что все мои мечты сбылись.